на мобильном проекте в GTA KRMP открывается вот все вот это вот. Поэтому 11-й сервер Black Rush и будет. Но потом, в том же самом Live Mobile, ну типа, а кто его вообще... То есть, вы знаете, мне сложно все это осознавать. То есть, у Аризоны там сколько. Но тут просто, типа, не знаю, вот вроде как да, вроде как нет. Пятница онлайн на Black Rush в данный момент на скриншоте может немного, так знаете, отличаться, потому что монтирую я иногда ночью, иногда еще когда-то. То есть, возможно, в выходные, там, в субботу, в воскресенье, еще когда-то, что делать людям в учебные дни. То есть какой-то из серверов, я так предполагаю, последний, либо там какие-нибудь серваки в середине. То есть, в самом деле, очень сложно все это осознать. Понимаете, 10 серверов. То есть в GTA Сампе на компьютер не у всех такое есть. А также, если вам, кстати, понравился вот такой формат видеороликов, где все такое, знаете, заточенное под телефон и прочие махинации также там. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Здравствуйте, друзья мои дорогие. Этот ролик, по моим подсчетам, должен быть оптимизирован под просмотр с телефона. То есть вы прям можете его держать, так как обычно его держите, не переворачивая в горизонтальную ориентацию. Все это сделано потому, что обычно такие ролики смотрят именно люди с телефонов. Не думаю, что кто-то с компьютера будет смотреть то, как вот на мобильном проекте в GTA KRMP открывается вот все вот это вот. Поэтому, если вам такой подход нравится, разумеется, ставьте лайк, пишите комментарии и вообще расскажите, как вам все это, разумеется, в тех же самых комментариях, либо на вкладке сообщества, там я тоже со всеми общаюсь, некоторые комментарии лайкаю и прочие махинации также там проводятся. Поэтому давайте сейчас мы уже перейдем к самой новости. Не так давно сообщество ВКонтакте Live Mobile выложило следующий пост. У гейм-менеджера Black Rush Кирилла в статусе появился хэштег, хэштег 11К. Возможно, в скором времени нам стоит ожидать 11-й сервер Black Rush. Как думаете, если он будет, то какое название он получит? И да, это действительно гейм-менеджер, ну, по всей видимости, я особо знать не могу, я доверюсь в кои-то веки Live Mobile и скажу, что, наверное, да, это вот менеджер игровой, там вот, типа, гейм-менеджер, все дела. Типа, ладно, хорошо, я доверился, вполне возможно, 11-й сервер Black Rush и будет. Но потом, в том же самом Live Mobile выходит следующий пост. 11-й сервер Black Rush пока что не планируется, а статус гейм-менеджера был сделан с целью пошутить над игроками. Но кто знает, может это всего лишь отговорочки. Ну типа, ладно, хорошо. 11-й сервер Black Rush. Ну типа, а кто его вообще... То есть, вы знаете, мне сложно все это осознавать. То есть у Аризоны там сколько? 15, по-моему, серверов, да? Тут Black Rush 11. Каким образом все это происходит? Я, если честно, вообще не особо все это понимаю. То есть 11 серверов в GTA Samp, в GTA KRMP. Господи, как же сложно. GTA Samp, GTA KRMP. Основная это моя, знаете ли, такая сфера деятельности. Это же GTA Samp. Поэтому я всегда, когда вот какая-то новость идет, я всегда, типа, думаю, GTA Samp, да, круто, GTA Samp, все дела, вот, все вот это вот прочее. Но тут просто, типа, не знаю, вот, вроде как, да, вроде как нет, не знаю. Ну, типа, ладно, а кому он вообще нужен, в самом деле? Давайте я сейчас зайду в мониторинг Live Mobile, сколько, в самом деле, онлайн на Black Rush. То есть, в будний день, это, на самом деле, я сейчас немножечко, так знаете, в шоке, потому что в будний день, сегодня у нас что, кстати, пятница, по-моему, да, я не знаю, когда выйдет видеоролик, может быть, в воскресенье, может быть, еще когда-нибудь. А в будний день, последний учебный день, пятница, ну, для кого-то последний, для кого-то предпоследний, пятница онлайн на Black Rush в данный момент на скриншоте может немного, так знаете, отличаться, потому что монтирую я иногда ночью, иногда еще когда-то, 8500 человек в 12 часов дня. Это не то чтобы замечательно, это просто ебануться, охуеть. Да, разумеется, наверное, все вот эти вот, знаете, школьники, все вот эти вот прочие люди, они, наверное, играют в учебном своем заведении, в какого-нибудь скучного урока, они заходят такие типа, о, Black Rush, это же тот самый проект в КРМП, на котором я хочу поиграть, вот он тот самый мой любимый Blue сервер, я на него захожу, я там вот это вот все прочее делаю, но тем не менее, несмотря на все это, они же не забиты, то есть, возможно, в выходные, там, в субботу, в воскресенье, еще когда-то, Black Rush, она бывает забита, я не знаю, то есть, я точно знать не могу, и для чистоты эксперимента было бы неплохо записать этот видеоролик, продолжить записывать, вообще озвучивать данный видеоролик позже, в субботу, там, в воскресенье, еще когда-нибудь, когда можно будет
увидеть, сколько там онлайна всей этой Black Russia, но в целом, это же, я не знаю, Black Russia, она просто всех взъебала, я не знаю, каким образом, я вот постоянно удивляюсь тому, как Black Russia всех взъебывает, 8 тысяч онлайн, там, наверное, даже 10 во все эти выходные дни, ладно, округлим, 10 тысяч онлайна, но тем не менее, вот, то есть, что делать людям, в самом деле, вот, в учебные дни, вот они сейчас, если бы открыли 11 сервер, что делать людям в учебные дни, то есть, какой-то из серверов, я так предполагаю, последний, либо там какие-нибудь серваки в середине, они, типа, будут, ну, такие себе, да, то есть, онлайн там будет проседать из-за вот этого самого 11 сервера, кому это надо, то есть, 10 серверов, это вполне хватит, но онлайн тут, это просто пиздец, я не знаю, чуваки, как вы вообще все это проворачиваете, как вы все это делаете, мне очень сложно, бля, я просто, я не знаю, это прям, мне сложно вот для осознания все это понять, я не могу, то есть, в самом деле, очень сложно все это осознать, понимаете, 10 тысяч онлайна, может быть, но на самом деле там просто 10 серверов, и в самом деле, для меня это просто, ну, это какой-то умопомрачительно просто, я не знаю, для меня это вот прям нечто, вот какое-то прям вот, знаете, нечто, потому что 10 серверов, то есть в GTA Сампе, на компьютер не у всех такое есть. А тут, ну то есть, есть вообще, наверное, у одной только Аризоны. А тут в GTA КРМП на телефон вот такое вот имеется. Каким образом? Кто за этим стоит? Что вообще происходит? Все это и многое другое вы сможете узнать, если подпишетесь на мой канал. А также, если вам, кстати, понравился вот такой формат видеороликов, где все такое, знаете, заточенное под телефон, разумеется, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментарии, вам вот такой опыт вообще понравился или нет. Или как он вам вообще? То есть, мне нужна ваша обратная связь вот на этом видеоролике, прямо, знаете, максимально. Пишите, хорошо, хорошо, там, не плохо, плохо, то есть я все пойму и, типа, осознаю, что вот такого делать больше, наверное, не надо. Или надо, я не знаю, то есть все за вами. Когда я выложу данный видеоролик, тоже, если сейчас непонятно, суббота, воскресенье, пятница, ну, не знаю, может быть, вот прям, знаете, в пятницу, так как это экспериментальный формат, попробую все это выложить, попробую все вот это вот сделать, не знаю. Но в целом, 11 сервера Black Russia, и все, что вы должны понять из этого видеоролика, 11 сервера Black Russia на данный момент, как заявил сам гейм-менеджер, такого вот, знаете, не будет. И все. То есть, ну, типа, это все, что, наверное, нужно знать. Типа, все. Все. То есть, спасибо за просмотр. Я, как вы можете понять, играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомливайтесь со всей этой информацией именно там. Там все, там никнеймы, промокоды, Никита, Стас, Гена и все прочие вещи там также есть на Arizona RP. Кого там только нету, в самом деле. Поэтому IP в описании, мой никнейм в описании, все прочие вещи также в описании. Там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал. Заходите, узнавайте, распознавайте и типа такие, ну да, ладно. Или типа, ладно, не надо и вот. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем, разумеется, до свидания, пока и хорошего настроения на ближайшие дни. Пока.